всем охотникам, любителям. Продолжается регулирование численности хищника. Сегодня взял пару, самец и самка. Самец крупный, но самочка, соответственно, поменьше. Вот они лежат, парочка. Ну и помогал мне в этом, конечно же, манок. Lucky Duck Rebel. Мой карабин Франки Горизонт, прицел Пульсар DJX 455, патроны НПЗ Сифар, ну, и конечно же баночка Silencer Systems от компании Мировые охотничьи технологии. Обалденная банка. Вот мой комплект. Вот результат. Кобель здоровый такой, блин. Хороший. Старый кобель. Старый, старый. Зубы вон уже сточенные. Обломанные. Источенные. Где фокус, блин? Не хочет что-то фокусироваться. Ну, я смотрел сразу, вон у него тут кариес. О! Вот. Зуб обломанный. С этой стороны тоже. Ну, а сучка, понятно, поменьше. И у этого морда такая. Щеки вот эти больше. Вот такие два ребята такие. Охота удалась. Ну, конечно, не без моего помощника любимого. Штука обалденная. Батарейка села на телефоне. Продолжаем так снимать. Не хочет вспышку показывать. В общем, кобель джентльмен пропустил сучку вперед.
А сам в посадке ждал. Она первая вышла. Сучка на манок. Пробежала мимо, я ее развернул. Включил другую запись. И стрельнул. На видео будет видно. А этот паразит хитрющий. Я его сразу не заметил, потом уже обнаружил его. Он в посадке ждал. Потом ее видно не стало рядом. Он мимо прошмыгнул, не успел стрельнуть. Потом начал крутиться. Крутиться. Тут место такое. Трава по колено и не видно. Ночник не видно. В этом случае, конечно, тепляк был бы очень кстати. Потому что в гляделку смотрю, видно хорошо. А в ночник хреновенько. Ну и в общем, путем небольших манипуляций с мелодиями манка, я его все-таки вытащил на чистое место. И удалось мне его стрельнуть. Сначала зайчиком, потом щенячий писк, потом там есть крик енота раненого. И вот он то отбежит, то прибежит, то опять отбежит, то в посадку. И вот так кругами ходил, ходил, ходил. Все-таки я выловил момент, когда он будет на чистом, и стрельнул. Он то отбежит метров на 200, потом... Включу другую песню. Подбегает, но на чистое не выходит. Тут посадка и дорога рядом. Не выходил, но все-таки удалось мне его взять. Вот взял пару. Это очень хорошо, потому что вот эта парочка привела бы по весне штук 8 щенят. Ну, кобель, конечно, шикарный. Окрас у него здоровый. Старый кобелина. Ну, сучка, конечно, поменьше. Вот такие дела, ребята. Так что занимайтесь. Это очень интересно. Интересная, забавная охота. Очень трудная. И требующая определенных знаний. Не все так просто. Но вот этот вот помощник очень хорошо работает. На духовой манок не получилось бы вот этого хитрого товарища вытянуть раза три, наверное, и держать на месте. Потому что он, ну там видно на видео, он то прибежит, то отбежит, то в посадку заскочит. И вот так вот по кругу туда-сюда, но все-таки вот этот... Маленький, да удаленький, все-таки удалось взять мне его. Вот, поэтому рекомендую всем, берите. По моему промокоду, если будете брать, скидка 10% на все манки этой фирмы Lucky Duck. Промокод Дед Мазай
10% я оставлю в описании, кто захочет. Штука очень классная, реально работает. Вот результат. И еще, конечно, хочу сказать, о чем, почему он не понял, что произошло, где, куда делась его подруга. Я думаю, вот эта баночка сыграла свою роль. Silencer Systems от компании Мировые Охотничьи Технологии. Он не понял, видно, откуда стреляли. Остался на месте, потом вышел. Вышел, покрутился, и я его все-таки добрал. Поэтому вот эти два компонента, да, ну и вообще как бы весь комплекс сыграл на ура. Вот такие дела, ребят. Так что сегодня охота удалась, я сделал большое дело. Целую пару шик вырезал. Будем работать дальше. Ну все. Всем спасибо за внимание. Удачных охот. До новых встреч.